Орловские полицейские провели сегодня рейд возле одной из детских поликлиник города на предмет соблюдения орловчанами правил перевозки детей. Место было выбрано не случайно. Большую часть маленьких пациентов родители привозят в поликлинику на авто. И, к сожалению, не все думают о безопасности своих чад. Только за час работы полицейские проверили более 15 автомобилей. В 4 случаях водители не имели удерживающих устройств или они не соответствовали требованиям безопасности. Согласно правилам дорожного движения, ребенок должен находиться в детском кресле на переднем сиденье в возрасте до 12 лет, на заднем сиденье в возрасте до 7 лет. После 7 лет на заднем сиденье ребенок должен перевозиться пристегнутый обычным ремнем безопасности. Наличие детских удерживающих устройств уменьшает смертоносность в результате ДТП грудных детей на 71%, детей старше 2 лет на 54%. В региональной ГИБДД контролю за перевозкой детей уделяется особое внимание, ведь зачастую сами водители пренебрегают правилами дорожного движения, что приводит к гибели детей. Речь идет о том, что сегодня возникает другая проблема. Да, если мы практически уже, наверное, добились того, что там порядка 70-80% в Орловской области водителей перевозят детей соответствующим образом, либо, так сказать, пристегнутых, если это возраст позволяет, либо находящихся в удерживающих устройствах, но при этом они грубо нарушают правила дорожного движения. Вот здесь никак эту ситуацию сломать, к сожалению, пока мы ее стараемся сломать, но, наверное, нужно изменение в законодательстве, потому что я считаю, что здесь водитель несет двойную ответственность, потому что он перевозит ребенка, который целиком и полностью зависит либо от него, либо от родителей.